всегда стартую с простого плана, геометрически правильного, то есть куда-нибудь туда, чтобы он у меня всегда был. Потому что на всякий случай, ну, диафрагма 5,6 всегда почти. Потому что нужно оптимальненько, да. Вот на можно просто постоять, сделать себе просто прямой, статику, да, статику. Просто когда идешь, ну гусиная, вот, то есть ты идешь и доворот делаешь какой-то кверху. Конечно, вот, ты стараешься как бы. Тяжелый. Это по-другому. Стараешься, да, чтобы у тебя походка была вот, ну, максимально, то есть чтобы ты вот даже у тебя такие штуки есть, а они у тебя вообще не влияли на твое движение, то, чтобы он как будто бы по рельсам едет. То есть ты, да, ты находишь вот в себе силы и делаешь такую хрень всякую. Можно лупануть что-нибудь там поближе, да, такой план. Вот, например, и держишь его где-то вот так вот, ну, примерно, да, то есть в центре все, что ты там накрутил себе. Ну, в конце стопчик делаю, специально останавливаюсь и делаю фикс какой-то. Да, конечно, хвостик надо оставлять. Вот, ну и пытаешься там. Обычно спина болит жутко после всяких передвижений. Потому что даже, ну, даже с моим крейном, который он там вообще маленький, такой, да. Там маленький, да. Смотри, давай тебя поставим. Вот сюда. У тебя простая миссия, просто копайся в телефоне и ничего больше не делай. Вот, здесь в данном случае лучше использовать мануал, чтобы он у нас не скакал никуда. Сейчас у меня 50. Все, ты там копаешься в телефоне. Вот, так, вроде я настроил. Ну все, чувак копается в телефоне, вот, да, я вокруг делаю и какой-то облет. Тоже максимально гусиный шаг, прям совсем прям такой. Да, надо было свой вести в плане, или брать. Или надо было дома взять. Такая объектовка. Вот, то есть аккуратная такая штука. Вот уйти в нижнюю точку, да, то есть приседая, я делаю вот такой вот кадр. Задерживаешься, колени болят. Ну, как бы надо делать это, потому что, ну, ты прям застываешь, да. То же самое, вот, там, пример сделать, какой-то стандартный подлет, да, что мы, он у нас не в фокусе. И потом аккуратненько так хлоп. Я его до фокуса довожу, и у меня красиво так. Просто я тяжелая. Прям вижу, как ты дрожишь, блядь. Я тебе серьезно говорю, раза в два минимум. Вот. Давай проходку какую-нибудь с тобой сделаем. Ты будешь у меня ходить. Вот, да. Вот, идете, то есть. Мы примерно контролируем твою скорость. Да, 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 да. Раз снял, все, тень там, не знаю, сзади, вы показывая вот какой-то там. Вот такой. И всегда гусиный, гусиный прям вообще. То есть вместе, 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 вместе. А здесь контра классная. Отбежал, вот. Хлоп, 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 хлоп. Улетел. Ну и все тут. Тут уже экспозиция по пи***. Просто всегда пытаешься вот так вот переходишь, переходишь. Знаешь, как эти, как спецназовцы, так хлоп, 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 хлоп. Roger that. Сейчас. У меня просто кривой горизонт. Во, вроде нормально. Ну, просто наплыв, если сделать, да, откадрируемся правильно и идем, мы, не знаю, тут, опять же, гусиная походка. Вы все трясетесь, если не занимаетесь спортом, то это вообще просто пипец. Все. Вот, раз, сделали. Давай автофокус затестим. Вот, хлоп. Стараемся держать правильно кадр, то есть, если мы его кадрируем, там, в центре или к серединке, или там, то есть, 70. Вот, тут вообще бомба просто. Представь, он этот хобот на 70 держит. И он даже моторы не нагревает. Фу, Герасик, лауф, ты шпинт. И юг, ты сфель, и юг, ты кнет.
На самом деле тяжелый для этих. Ну вот я уже реально припахался с ним. У меня первый крейн. Нужен. Это ты же, да, ты тебе же проще горизонт держать не здесь, а вот здесь. Шатает его меньше. Вот и все. Поэтому удобнее, лучше с ним. Давайте глянем, что там наделал. Я хз, что я там наделал.